В этом варианте пальцы опорной руки развернуты не назад, как в предыдущем, а в сторону. Мы ложимся животом на локоть, немного разворачиваем таз в сторону, это еще один секрет. И затем вытягиваем свободную руку вперед. Начинаем тянуться за ней всем телом. И когда поднимаются ноги, пытаемся успокоиться на этом этапе. Затем поднимаем все пальцы, оставляем только один. И когда вы успокоились на этом этапе, поднимаем вторую руку.